За успехи в социалистическом соревновании в третьем году пятилетки орденоносная Брянская область удостоена переходящего красного знамени Совета министров РСФСР и ВЦСПС. На торжественном собрании высокую награду вручил представителям области заместитель председателя Совета министров РСФСР Александр Васильевич Александкин. В своем выступлении первый секретарь Брянского обкома партии Евгений Иванович Сизенко говорил о задачах, стоящих перед тружениками области в четвертом году пятилетки. Все выступавшие отмечали необходимость добиваться ритмичной работы каждого предприятия, на отлично подготовиться к сельскохозяйственной весне, множить успехи социалистического соревнования.